радиослушатели, вы настроили свои приемники на радио «Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем на частоте 9500 кГц в диапазоне коротких волн 31 метр. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи. Завтра наступает сегодня. Далее вы услышите передачу из архива Русского христианского радио «Путь, истина и жизнь». В заключение прозвучит программа «Вечная истина». Изучение Библии книга за книгой. Ведущий – пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. Сегодняшний не должен быть похож на день вчерашний. Он тем более не будет таковым, если ты веришь в Спасителя. Если твоя жизнь наполнена верой, то каждый день будет новым, неизведанным, полным обещанием. День вчерашний канул вечности, завтра еще не наступил. Но это завтра наступает сегодня. Студия «Мост», а также доктор Сейра представляет программу «Завтра наступает сегодня». Кто из живущих на Земле не стремится к успеху? Неважно, в какой сфере этот успех достигается. Главное – стремиться найти путь к успеху. В большинстве случаев мы выбираем путь наименьшего сопротивления. Широкую дорогу заурядности. Узкая дорога, ведущая к совершенству, идет в гору, а легче всегда идти вниз. Задайте себе три вопроса о ваших целях. Вопросы, ответы на которые являются руководством их жизни. Первый вопрос совсем простой. Считаете ли вы, что ваши цели поставлены правильно? Первая цель – это та, которая имеет в перспективе вечность. Второй вопрос. Ваши цели угодны Господу? Несколько лет назад молодой, но глубоко несчастный адвокат сидел у меня в кабинете. Он был преуспевающим деловым человеком, имел любимую жену, четверых детей, уютный дом и хорошую машину. Его только что выбрали мэром этого города, в котором он жил. Он достиг своей цели. Все, он пришел. А его лицо отражало только несчастье. Семья стояла на грани развала. И мечта о счастье разлетелась на кусочки. Он был слишком занят достижением своей цели, чтобы научиться, как надо жить. Представление о счастье он убрал Господа. И это стоило ему много, в том числе и его семьи. Если ваши цели не учитывают Господа и Его волю, то вам нужно как можно быстрее пересмотреть их, пока еще не поздно это сделать. Оцените важность ваших целей в соответствии с тем, что говорит Господь в Библии, в своем руководстве к жизни для нас. И третий вопрос, очень важен. Предположим, что ваши цели правильно выбраны, и они по душе Господу. Но хватит ли у вас терпения не менять их и довести задуманное до конца? Можете ли вы сделать то, чего хочет от вас Господь? Да, но только с Божьей помощью. Помните слова апостола Павла. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава. В Иисусе укрепляющем Павел мог все. Можете и вы. Желаем успеха. И до новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».
красны, как снег у белю. Если будут красны, как пурпур, как волны у белю. Книга пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. Двое верующих согрешили. Один решил, что уже не достоин прощения. Другой верил, что Бог его простит и очистит. Старшие братья помолились, посовещались и постановили, чтобы оба они в течение 40 дней находились в уединении и умоляли Бога о прощении грехов. Первый 40 дней плакал над собою, говорил Богу, что нет ему надежды на спасение. Второй после первого же исповедания запел пасхальные песнопения, стал благодарить Бога за его любовь, за милосердие и спасение. Через 40 дней оба они вышли из своего келейного заточения. Первый сказал, что он до глубины души познал свое недостоинство. Он ушел от Бога и погряз в грехе. А второй вышел с сияющим взором и сказал, что Бог его спаситель, что все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. Искры радости, которая отличает надежду как предвкушение от веры, являющейся убеждением. Раскаяние и еще не покаяние. Обнаружить в себе грех и греховность надо, но только над ними плакаться недостаточно. Если же мы действительно верим, что Бог может нас простить, то мы должны вырваться от греха к живому, спасающему нас Богу. Слушайте Всемирное радио «Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем в диапазоне коротких волн 31 метр каждую субботу на частоте 9500 кГц с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу. Россия, город Воронеж, Индия.
94-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучать законы. Слова апостола Павла из первой главы послания к римлянам. Павел пишет: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, тот же самый я умываю, было закону Божию, а Божию закону греха. Читая данное откровение апостола Павла, как и седьмой главы послания к римлянам, вместе его запрещено. Нам следует узнавать себя в 8 главе послания к римлянам. Если мы считаемся верующими, родившимися свыше, по Божьей благодати, как Павел упоминает в 5 главе, мы должны возрадоваться, потому что мы христиане, возрадоваться всему или даже к тому. Итак, если мы считаемся верующими, рожденными свыше, нам следует узнавать себя в 8 главе послания к римлянам. Теперь хочу обратить внимание на следующее. Апостол Павел использует выражение «плоть» 12 раз в конце 7 главы и начале 8 главы послания к римлянам. Но также он использует слово «дух» и упоминает его 20 раз. По-моему, Павел хочет довести сообщение о неадекватности закона. Если вы пытаетесь быть послушным закону, то в конце концов Павел делает заключение. Вы несчастный человек. Это просто бедственное положение, в котором можно оказаться. Вне Бога, вне помощи от Бога, во плоти. Если все, чем вы обладаете, это закон, вы несчастны. Павел говорит об этом в первом лице. Он говорит, что да, это мое переживание, это мой опыт вне Бога, вне помощи от Бога. Но заметьте, интересный факт. Он не вне Бога. Павел не вне Бога. Потому что 20 раз он скажет в 8 главе слово «дух». Кто избавит меня от всего тела смерти? И далее он говорит: «Благодарю Бога моего Христом Иисусом и Духа Святого». Таким образом, окончание 7 главы послания к римлянам является обратной стороной медали, которую мы так часто встречаем в этом письме. В противопоставлении ей, в 8 главе Павел говорит о бриллиантах, приготовленных им для нас. Итак, нам действительно следует узнавать себя в 7 главе. Это знакомая нам истина. Но помните, Павел не остановился на 7 главе. Он вводит нас в 8 главу. И по благодати Бога, по милости Бога, не по нашим приобретениям или достижениям, но потому что Бог совершил во Христе, что Христос делает мир сегодня. Нам не следует останавливаться лишь на 7 главе. Мы можем перейти в 8 главу и сказать: по благодати Божьей мы не беспомощны, мы не вне Бога, потому что Христос – сущий Господь, потому что Дух Святой, потому что Бог – сам Ангел. Что вызывает огромный интерес в этом послании, так это аргумент Павла. Если следовать вместе с ним, то придется пригласить Духа Святого. Логика Павла – это святая вдохновенная логика. Это самая замечательная вещь, Мы годы говорили, что книга послания к римлянам – это шедевр Священного Писания. И я начинаю понимать, почему все они понимали, это именно так. Теперь сказав это, в главе, где Павел уже был это нужно для того, чтобы в главе мы открыли это. И, конечно же, чтобы это не понимали. Что мы сделали, уже сделано. И поэтому можно примириться.
верится в Бога. Будучи провозглашенным праведным посредством того, что Иисус Христос сделал для тебя, Павел убеждает нас верить о том, что по праву это наше. Он сделал все, что мог. Он не что-то не делал. И если дойти в жизни с Богом, Павел приводит тот же самый смысл во втором послании к Коринфянам. От имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просто, примирите с Богом, и даже большое для нас это, чтобы мы сделали праведными перед Богом. Теперь становится ясным это увещание Павла, которое он также высказывает в 5 главе 1 стихе послания к Римлянам. Но в 5 главе 2 стихом он представляет следующую часть этого послания, когда говорит: через которого веруют, и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божьей. И снова в смысле это может быть переведено в надежде и славы Божьей. Я думаю, это является темой, на которую фокусируется Павел в главе 6 и 7, и, конечно же, 8. Давайте подробнее рассмотрим фокусировку Павла на этой теме в главе 5, 6 и 7. Как вы уже увидели, в 1 и 2 стихах 5 главы он подытожил первые 4 главы своей аргументации и представляет следующие 4 главы в качестве продолжения. Послание первых 4 глав заключается в следующем. Иисус Христос умер, и вы были провозглашены праведными. Вы можете быть под защитой крови. Вам больше не законом, под грехом, под осуждением и приговором. Вы можете быть под защитой крови. Вот о чем говорит на Павел в первых 4 главах. Вы не только провозглашаете праведными и смертью. Мы получили доступ к благодати Божьей, чтобы от нас зависела возможность утвердиться в ней как верующего и жить как верующий. Все равно находиться во Христе, в воскресшем, живущем Христе, через Его воскресение. Таким образом, если вы можете просто проникнуться в того Христа, который сущий, тогда вы сможете найти все, что вам нужно, чтобы жить так, как следует жить христианину. Именно на этом акцентируется второй стих. Павел называет это нашим получением доступа к благодати. Не прекрасно ли это? Помни твой духовный путь, твои первые шаги на нем. Помнишь это время, дорогой друг, когда впервые услышал, что Иисус Христос умер за твои грехи? Помнишь ли ты, когда впервые поверил этому и получил уверенность, что твои грехи прощены, что виновность всегда в тебя? Ты узнал, что это была истина. Павел говорит, что когда ты поверишь этому факту, смерть Христа за твои грехи, твоя вера станет чудом в тебе. Она станет силой Бога, которая принесет тебе спасение. Другая проблема – это воскресение. Смерть Христа – это праведность. Праведность – опасно небо. Иметь общение с ней сейчас и всегда. Воскресение Христа – это значит, что он живой и здравствует и здравствует и земля. Вы можете найти все, что вы знаете, среди источника силы. Быть тем, кем он призвал вас. Быть истинным, который совершенно праведным, который призван жить праведно. Это истинно представлено во втором стихе. Итак, это единственное, это точка для прекрасной 6 и 7. И подведение к завершению на главе. Обратите внимание, что 5 главе Павел продолжает говорить о том, что следует не только иметь веру в Бога, надежду и славу, но можем гордиться и страданиями. Павел говорит нам, помните, страдания по ночам достиг Бога, которые вы получили. Когда вы впервые спасены, когда вы первый раз верите, что по Евангелию ваши грехи прощаются и вы спасены, тогда в то же самое время вы получаете благодать и Бога. Это означает, что Он может облить вас силой, жизнь – это оправданная личность. Вам уже дан доступ к благодати, но вы еще на самом деле не прошли весь должный путь к ней.
Вы просто знаете, что благодать есть. У вас есть доступ к ней, и это все. Павел не сказал, что вы обладаете ей. Он сказал, что у вас есть доступ к ней. Но далее он говорит, что это доступ к ней. Он всегда подсказывает вам что-то благодать. И делает он это при помощи страданий. Он делает это через мученичество. Апостол Павел в 35 стихах послания к Римлянам, в 5 главе говорит нам, что мы хвалимся и скорбями. Потому что страдания рождаются стойкость. И стойкость и твердость. И твердость и надежда. А надежда это является опыт или переживание, когда Дух Святой вдевается в наше сердце. Здесь Павел использует то же самое слово, которое употребляется в Библии и в Деяниях 2 глава, и зальется в него настоящую кровь. Он Дух вливается в наши сердца. Это очевидное проявление. Вот о чем апостол Павел говорит. Страдания оказывают на вас давление и вынуждают вас достичь благодати, которую вы получили, когда обрели спасение. Итак, Павел призывает. Теперь ты уверен. Он праведный. Получил доступ к благодати, но не сделал ее частью тебя. Ты не приблизился к ней. И вот потому, что Бог видит тебя, Он допускает это страдание, которое вынуждает тебя подойти к такой черте. Говоришь, я должен достичь своей благодати. Именно так ты и делаешь. И тогда что-то происходит. А происходит вот что. Ты достигаешь благодати Божией, заключенной во Христе. Во Христе, который сущий. Во Христе, который воскрес из мертвых. Но принцип, как вы понимаете, состоит вот в чем. Павел говорит, что когда вы спасены, когда вы верите в Евангелие, тогда вам дается представление о благодати, доступ к ней. Но вы не достигаете ее. Если Господь подействует на вас через страдания и вынудит вас достичь Его благодати, радуйтесь страданий или в чем бы то ни было, что послужило бы вам к достижению благодати. Павел говорит об этом в 5 главе. Но заметьте, его цель, его базисная точка, на которой он будет основываться, такова. Спасение имеет место две вещи. Первое – это вера в смерть Христа, следствием чего является оправдание. Другая – это вера в воскресение Христа. И таким образом вы соприкасаетесь с живым Христом, и Он в отношениях с вами. Это и составляет существенное отличие. Он дает вам силу жить, как вам должно жить. Павел упоминает это в 5 главе, когда говорит, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Сноску в Библии Нового Стандарта следует переводить таким образом – «в Его жизни». Это составляет существенную разницу. Если мы были врагами Бога и примирились через смерть Его Сына, тем более теперь уже примиренные, будем спасены в Его жизни, в единстве с Ним, в единстве с Его жизнью. И это 10 стих 5 главы. Итак, Бог с нами, Бог за нас, кто против нас? Сам всемогущий Бог является нашим Богом и нашим Отцом. Он на нашей стороне. И мы ничего не сделали, чтобы это стало частью нашей жизни. Это милость нашего Небесного Отца, который послал своего Сына как плату за наши грехи и наши беззакония. И осознавая это, я призываю тебя, дорогой радиослушатель, в молитве склониться перед Богом и поблагодарить Его за эту и за все милости. Итак, мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклоняем перед Тобой наши сердца и благодарим Тебя за все милости, явленные Тобой. Мы славим Тебя, что во Христе Иисусе мы получили прощение грехов, дар вечной жизни и доступ к Твоей силе, Твоей благодати. Дай нам, Господь, мудрости пользоваться этой силой и жить всегда во славу Твою, Твоего великого и вечного святого имени. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом и во славу Твою, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Это была программа «Вечная истина». До встречи!
Вещание радио «Голос Анд» на русском языке подошло к концу. Напоминаю, мы вещаем каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени в диапазоне коротких волн 31 метр на частоте 9500 кГц. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. На следующей неделе мы ждем новой встречи с вами. Да благословит вас Господь! Приглашаем к радиоприемникам всех наших друзей, понимающих чеченский язык. Эти передачи для вас. Человеческая жизнь – это тайна. На протяжении столетий ученые, историки и философы пытались понять, что такое человек и в чем смысл человеческого существования. Человек старается постигнуть секреты Вселенной, но Вселенная по сей день остается загадкой. Библия открывает нам, что Бог – Творец, создал все словом своим. Он сотворил человека по образу своему и поставил его владыкою над делами рук своих. Все положил под ноги его. Но грех непослушания разделил человека с Богом. Иисус Христос является спасителем, посланным в мир, чтобы решить проблемы падших и грешных людей и восстановить мир с Богом и благоволение к людям. Передачи на вашем родном языке помогут вам понять, как Бог делает из грешника святого человека и что Он обещает тем, кто последует за Ним. Бог в Христе примирял с собой мир, не зачитывая им их проступков, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы, послы от имени Христа, просим вас, примиритесь с Богом. Желаем вам благословение от Господа. Садисер Мадит, Эча из Глуха Мадит, Васкнадет из Сегер, Тучко Стейрш, Шехсико Йосмагель, Эвер Хвождает из Киевка, Цайкто Святя, Аурач Эя Таязинду, Тиеша Сетиш Долчин Эя, Леттер, Цегуш Долч, Шехсико Йосмагель, Дес Чозен Шкадукта Амасошду, Бахаш Тиешерен, Цедвич, Халана, Тиеша Дзер Сетабеле, Чулт Эбен, Ойлен Шпочхуш Сегалер Лец. Китайпен Масош Ду, Тиеш Беш, Чайду Анашка Дехна Коч Хиллоц, Себе Хиллоц Гуэч Эмма Чутайпен Хилме, Тиеш Глот Хилуш, Ишвеч Эйл Хила, Пеш Хилуш, Пелан Дейсер Лидосер Цейвеш, Пэгвэмэ, Олдю, Олдю, Эх, Чуксейн Веч Эйл, Пеш Хилэн, Махват Лурбу, О, Йозу Тришвен, Дука Сельска Бэлэ, Лэзэн Эг Йолуся, Дейл Тестисен Йолзуд, Лэдлоса Пэгвэмэ, Эх, Чин Сетисерен, Этэвэжен, Джаарн, Эйли Йозерю. Сэр Исадик Хумла Лаарду. Ах, Изе Войнхиллер Ладива. Войлаем Чо Мелхли Войтишер Чалу. Вой Сатюшунах Чо Датасла. Амма Войн Массанаха Мелхалду Чатла Сатюшан Этюзана. Ах, и Абдабитна Дерик Дитсна Юхвала. Амма Дальшай Дабчу Сатюшер Дилля Юхамадоу. Сатюшер Дамакас. Билду Отсунахлясна Дитрадовой Таханвешен Сатисер на этажен цейлд программе. Дадуэллор вой цана шам ал цейлу тепта. Хузах дуққа хылч киртишка хуёш сааш, шия сатисер
تسویل ولش تخلص نه اینزی مسول دو. امیال سان بیگل ولش تخلص خیردلا ویچو ایرواش نه اروخ سایت میگردو. وین مسیرن وین فیتریار. دل بال خش ملو ویلنش ستیسر بیگل ولپلانشی. اکا ویهرده ویشوشیا شنه ایپرزیتر لخوار. اشته شم از ایو تفتر حلفر کوار. فایز اشت بولو. Өпайымын ләмішті үліш елчу, Рамытайым чүпәне ашқылы әлқан ұғылы састын. Әліптан шәт чүпен бөз ұқса бәлі. Шынан дейлсе, Ярахан күлі. А Ярахан әліпін 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 Паханет бирл фабочкула. Уршарах билгалдах дин ашка элхан шимун галвучкула маску лицкшта улч лич элана лейлин долу улыкта шим сага. Шуля лич элан динан дейбары айли кинти тани хасси хатни. Шаса дахин тави ача элхана шен зуччун панналина шубинч бюзлна сусагинда улыштула. Анатаны Құл жылда ұшылы туы. Құл әрші үстінні дұқы ешкілі. Веш әл өтшін бір өтшін сәбелі. Веш әл өтшін бір істі дәлірі бақандылыр. Панаңыз қанат жүктесті сейтерді. Шынды сәбеттей тақ. Исуд панаңыз күн хор шырақ басты. Қанат веш әлін үші мұсы жүйе. Сөша хейзерін бәрін әхбәлчі үзбәрі. Ali am hunchiyo am job stem is shahuna it until tutu sandina shuno da shahja amina mel den chuga ha ana tala bunu ayle bir elant inan nasa da ashwa ana o dog dog yol kuş beş ele diyor roşi doğna gitti masulit ashtahol biz el sizden bir asa dedim lazım sahay dagi ayta gitmeye Ахсон бурдер ла. Ос из он мосу юл чхан далуду. Чун кюрты чмеся курс хаклуда. Чузу чун бэхри чун хил чунга хавшча уэйса писар хун дик цадиязы хиета одяшу мосях агу гуэй. Он гинца амалду урдары сатисар мит вахру чла хун эл иш дикпады. А иш эчу сатисар мит уру саду адмашна дикпады. Ладионыш из мусы. Ойын халқа жүрді. Ақтынан мая үшін үлкі ол езі. Өші үшін бол бейзен қолса бұл. Құртын шоз бұқлы үшін ұқ бұқшына үшін бейзіні ұқты ұлды. Ақты дәл жөзінішті ялғы ұлды айта бұл. Шынан әмдіру өпіннен ұқ қылғы етір дұрсы. Үн бір бейріс қаршы қығылар. Өш әлі қамтал жөлді. Үшті Үзі еман сибаң. Мадыр әлші пананың күттірі өзіне бақтым байды. Қанаты ішт әлірін. Қаға беріш дәнді мәді. Әлқанны әсуалдық езім келіу. Әм қа беріш да. Ахуыр маға мәл әхді яғыз байды күттін беріш тұғыры. Құрт бақылашын, мен қол әхейшін үзгіттірі уақты яғарды. Гөйшін стенің Ой, Уэльяш Фильч, будь турфир бу вейн, сати сэрлэч о гэрч болна. Нагах ашы сэр издэй. Нагах ашы шы уэйлэн шуайэхта. Нагах шу критики лэдио гивла шу иосуэлэ. Сэр эйдэши, нэг бэх шына шэн чуэлэх ку сэр эйшэлэ. Хун сэцэн бин ашы шэш издэ хак дэлш ду эл. Хан дэгдэ ордэр чу тэйпэн. Нюш фия чун шэш. Үш ойылыш бей әтті. Изі ғылай айқ болу құрбе бәтті. Из дуақ ген дәтті. Өші шында ғырақ сөт әйтмек көлгі әлі сөті үш әрмі қамлыл. Өхай үшін өдіміз үзі ұқбағына қанғыды. Нәгдәх үш әт әңгіріл елшіл. Нәгдәх үз әт қалғыл. Нәгдәх үзі сәйрін әғварлығыр мақ Сәрі лор, шеш шын дәғір яқсөт әйтмік, күл хақтылыш дәтс өлі. Дейш жөрден шақ, бұл құлы сәті сәлін шолық құл, қайылыш. Аусы еш күзіп күн қолы.
سيح قالدو غش إلو تشمبير شتدل ربع عندولوش وانا ناس عالك تسكس سنسرور شنجر سبس تنسا أفا وين هدو قزع وين جو شنجر حالك هو بارد